Напомним, аналогичное соглашение подписали Общественные палаты и Центр избирком России. Согласно этому документу, на президентских выборах будут работать 100 тысяч наблюдателей от общественных палат регионов. Корпус общественных наблюдателей в нашей Чувашской республике уже функционирует третий год подряд. И поэтому вот очень приятно, что на сегодняшний день изменения, которые были внесены в указ президента на предмет более тесного сотрудничества, это на сегодня важно. Нужно сказать, что это соглашение будет способствовать тому, что выборы будут более открытыми, доступными, и корпус общественных наблюдателей сможет осуществить наибольший контроль и привлечь уже не как это было раньше общественные партии, а именно общественных наблюдателей. Мне как член общественной палаты, безусловно, очень и очень важно вот такое признание вот, и в определенном смысле доверие к общественным организациям. И они составляют костяк гражданского общества. Если мы будем забывать о том, что активные граждане, они формируют вот ту среду общественную, культурную, духовную, то в таком случае мы просто будем упускать очень значимый компонент современного российского общества.